Ремонт цоколя и крылец проводится в культурно-досуговом центре «Союз». Обновление планируется и внутри здания. Подробнее расскажет наш корреспондент. Старую плитку на центральном крыльце уже демонтировали рабочие, возвели подпорную стенку и приступили к укладке новой плитки. Для проведения работ сначала был проведен аукцион в электронном виде, выиграла фирма. И в июле месяце начали ремонт. В конце августа планируем завершить ремонтные работы. Ремонт выполнят на центральном входе и на запасных выходах. Изменения ожидаются и внутри учреждения. В 2021 году культурно-досуговый центр выиграл грант от Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии. Культурный центр «Союз» возобновит свою работу как кинотеатр, потому что изначально он именно был построен как кинотеатр. В декабре мы уже будем открывать наш зал, кинозал, и показывать первый сеанс. Надеемся, что это будет муниципальный кинозал. Соответственно, мы будем всех ждать, всех деток, всех взрослых. Мы делаем первые шаги с точки зрения украшения входной группы, перспективе. Конечно, немножко зал мы... Кинозал подремонтируем, поставим современную киноаппаратуру. Но я думаю, что в перспективе мы совершенно по-другому подойдем к организации работы в данном центре. На полученный грант планируют приобрести новый экран, проектор и программное обеспечение. В оборудованном кинозале будут проводить как платные, так и бесплатные сеансы. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.